Недавно, последнюю поездку в Париж, я совершенно, то есть для меня практически не существовало такого художника, как Альбер Марке. То есть он известен, там вот, такие буксирчики всякие, там гавани в Эрмитаже, то есть они есть. Я всегда думал, господи, что за это самое, ерунда-то какая-то. А здесь, в Токийском дворце, была выставка Альбера Марке, и мой товарищ меня, значит, затащил, все, идем. И она была так построена, видимо, профессионально, что я вошел и увидел совершенно реальные открытые окна в мир. То есть каждая, то есть передано было все, передано было, вот, грубо говоря, чуть ли не запах воды, который вот есть. Причем подходишь к картине, видишь очень грубые мазки, очень грубые мазки. Они такие, даже не изящные, я бы сказал. То есть такие примитивные достаточно. Но вот это подбор красок, то есть я открыл для себя совершенно. Я был поражен. Я действительно, то есть был настолько под впечатлением, то, что он там рисовал там эти 100-500 видов собора Нотр-Дам там со своего балкона, да, но они все разные, они очень интересные, то есть он был практически, то есть это был такой шок небольшой, но этот шок, я понимаю, что он воспринимается, то есть когда, я бы его не понял, если бы я, ну, я тем более, что видел в Эрмитаже, да, вот эту картину, там Гамбургская, кажется, гавань, да, там с буксирчиком. Ну, проходил мимо совершенно, то есть никакого не было отзыва. Вот так увидел. То есть под каким-то другим углом смотришь на вещи, и вот она вдруг взяла и заиграла.